Этот комбайн Кейс способен работать практически круглые сутки без перерыва. Комбайнер Николай с гордостью показывает устройство управления. Здесь все по самым современным технологиям. Бортовой компьютер, джойстик и интеллектуальная система управления стабилизацией. Вот на джойстике у меня управляется все. Включение мотовила, жатки и все. И движется вот он вперед, также назад джойстиком просто. Все, здесь включаете скорость. И пошли. А так все на джойстике, все кнопки, все управление в основном на джойстике. Работа комбайнера – это ответственный пост. Необходимо постоянно следить за параметрами собираемого зерна. В случае повышения влажности компьютер подает сигнал, и тогда сбор нужно прекратить. Иначе сырью потребуется дополнительная сушка, а это довольно затратно. Впрочем, за день, по словам Николая Дейнега, при должном усердии можно намолотить до 150 тонн зерна. Опытно-производственного хозяйства Анапы – это уже вторая стадия уборки зерновых. Накануне аграрии убрали 1358 гектар озимого ячменя. Теперь ОПХ «Анапа» и еще 4 крестьянско-фермерских хозяйства приступили к уборке пшеницы. Со вчерашнего дня начали уборку озимой пшеницы. Это основной культуры зерновой, которая посеяна в районе на площади 8350 гектар. Значит, в дальнейшем предстоит убирать еще и зерновых, и зернобобовых. Это горох, нут, яровой ячмень. И общая площадь уборки 10500 гектар. Уборки зерновых и зернобобовых по району. В распоряжении хлеборобов 6 комбайнов, 4 зарубежных и 2 отечественных марки «Дон». Сразу после уборки зерна специалисты проводят дискование и опашку стерна. Это обязательная противопожарная мера, которая спасет еще не убранную пшеницу от пожара. В этом году аграриев подвела погода, из-за дождливой весны потеряли часть урожая. Пшеница у нас посеяна 1104 гектара озимой. 102 гектара у нас это мочари, в связи с тем, что очень много весной выпало осадков. К уборочной площади 1002 гектара. Примерно урожайность по плановой у нас сейчас идет 50 центнеров с гектара. То есть 5 тонн с гектара. Класс пшеницы 4. То есть 18-19 у нас клейковины идет. Белка 13%, 13-12. Ну, для этой зоны это, я считаю, нормально. По урожайности пшеницы подводить итоги еще рано. Но уже известно, что ячменя собрали на полцентнера с гектара больше, чем в прошлом году. По прогнозам, общее количество зерна планируется собрать около 50 тысяч тонн. Все работы по сбору пшеницы должны быть завершены к 14 июля.